Дорогие друзья, рад приветствовать на канале. Приехали покопать сегодня с Любой. Комрад Дмитрий с нами еще. Тоже уже вместе копали. Я думаю, будем дальше сотрудничество. Есть у нас с ним идея там одна. Приехали по Подмосковью покопать. Сезон еще пока не закрыли. Снег, конечно, лег, но ноль. Ну, вроде ходибельно. Вот лесок. Здесь через этот лес шла достаточно крупная старая дорога. И с той стороны леса она выходила на питейный дом. То есть в поле стоял питейный дом. 100% питейный дом, естественно, там все перекопано. Это однозначно. Вот, и читали, еще там в 2009 году там уже были ямы. Вот. Ну, а лес как всегда. Так что сейчас будем искать, снимать. Все это показывать. Смотрим, не переключаемся. Что это? Так, первая находка у нас на данный, в данном лесу. Вот такая хреновина. Ну, судя по всему, да, то ли от повозки, то ли от кареты, от какой-то. Держи, что ты мне? Забирай, ты что такая? Ты такая, круг. Куда-нибудь прилепишь. Димыч нашел счастливую ромашку, поэтому ему улыбается удача. Сейчас посмотрим, что выкопал. Что там? Николаевская, наверное, копейка. Царьки? Да, похоже на то. Вот такая первая монета. Идем в лес. Тыкс. Очередной сигнал. Рамочник. 36-й год. Вот здесь шла, ну, не крупная дорога, но тоже дорога, судя по Шуберту. Вот так мы по ней сейчас идем к перекрестку, к большому. И посмотрим, что там. Все. Так, из этой же ямки 5 копеек 30-го год. Сральный клад. Ладно, ищем. У тебя все. Вообще прям цепляет он. Ну, короче, у нас еще два сигнала, копеечка. Ну, писявочка. Писюная. 38-й годик. Годик. Держи. Веселая, знаешь, годик. И еще какая-то. А, щит. Штовичок. 20 копеек. Год непонятен. Да, дорогу мы, во всяком случае, маленькую угадали. У Димыча сигнал. И радоваться, и плакать хочется. Смотрите, ну он затертый наглухо. Да. Да. Ну он же ромашку нашел счастливую сегодня. Ладно, в зачет все равно. Да, на камеру не видно, а так он. Делюб лазит, вот она прям идет, ее видно, как бугор. Бугром она. Одна пуговка, гривенник и орлянка, походу. Ну такая она. Лосоватая. Во, кислых. Она не лосоватая, она просто грязная. Обросшая чем-то. Целенькая. Пойдет. Улезли туда, к этой дороге. Более крупной. Вроде примерно нашли, но сигналов там почему-то нет. И там очень сильный бурелом вот такой. То есть ходить сложно. Сигнал. Пуговка. Какая тут такая. Необычно. Ладно, выбираемся из леса, может быть, сходим в поле. В поля. Передохнем. Да. Так, лазили, лазили. И вот из-под бревна Екатерина. 87-й, да? Ну, 1700. Ну что, пойдем вдоль обрата? 87-й. Да надо здесь где-то лазить, Люб.
хрен знает. Видишь, все находки здесь. То, что мы думали на той, на крупной дороге, там не выстрелила она. А здесь же были находки. И советы ранние, и империя была, и это. Гривенник. Ну, давай здесь. Причем вот следы мы туда шли. Да. А вот пятак. Хорошо. Так, ребят, из этой же ямы еще монетка выскочила. Не знаю пока, что это такое. Сейчас чуть Любе отдадим. На помойку. На помойку. И в яме еще сигналит. Я бы сказал, на помойку. На помойку? На помойку. Сейчас пином проверим, что у нас там. Вот он, родной. Оп. Еще один. Леп. Угу. Еще один. Это какая-то Катина. Деньга, наверное. Катерина, еще один пятак. По размеру, судя, деньга. Давайте смотреть дальше. Вот такое я не ожидал, чтобы бляхнуть. Ну а тогда мы 9 пятаков подняли, ты ожидал? Нет. Ну, чтобы в одной яме. Да, ну из одной ямы. Из одной ямы 5, и потом еще в 10 метрах еще из одной. Что, снимать? Еще? Короче, надо копать. Ладно, гасим пока камеру. Еще. Так, ну все, находились мы сегодня по лесу. Чуть-чуть по полю пробежались. Ничего не нашли. Вот. Ну, в общем-то, не пустые. Не знаю, последний, крайний комп в этом сезоне или нет. Находки сейчас покажем. Мы вообще люди загадочные. Вот это, так, это у нас Николай Александр, копье. Ну и вот это, конечно, блин, была бы целая, она бы сделала. Ну она и так, в принципе, сделала. А че он фокус-то не берет? Такие зачет. Это пятаки. Маниста, блядь. Я извиняюсь. Здесь советики. Ну, ничего необычного. Пуговка вот такая прикольная. То ли камень тут был, то ли что-то. И штаны от немецких. Пуговицы от немецких панталон. Видать, там поймали фрица, его безжалостно это. Раздел. Наказывали в лесу. Не, ну вообще вот это, конечно. Блин, она прикольная. Так что все. 1700 и все. Я же ничего не вижу. Ну, к сожалению, да. К сожалению. Ладно. 1790. Да, у тебя еще ромашка. Счастливая. Он мне ее вернул. Тебе ее отдаст. В общем, 96 или 95. На этом. К сожалению, на обороте она слизанная. Нет, не хочется. Ладно, на этом прощаемся. Поехали. Что нашли, то нашли. Димочка.